Салам алейкум, друзья, приветствую всех. Сегодня у нас кукуруза в казане отварная. Также будем жарить куриные крылышки в новом маринаде. Так, приступим. Верхние старые листья мы отбросим, а вот эти молодые листья и вот эти волоски нам еще пригодятся. Казан у нас 9-литровый, кукуруза у нас, качаная кукуруза большого, больше среднего размера, поэтому мы их будем ломать пополам. Кукуруза молочная, поэтому ломается очень легко. А ее небольшими кусками и кушать приятно. Значит, казан наш в свободной форме, эти качаны не полезли. Теперь будем пробовать все это сделать вертикально. Добавим воду. Теперь лайфхак. Берем все это дело, закрываем вот этими вот волосинками. Итак, друзья, кукуруза наша готова к процессу приготовления. Мы кукурузу погрузили в казан, сверху мы налили воды. Поверх нее покрыли мы этими листьями для того, чтобы придать вкус, запах и, возможно, цвет. Точно не знаю, но, в общем, так. Так вкуснее. Теперь несем на огонь. Давайте перейдем к приготовлению наших крылышек. Для этого нам нужно разжечь мангал. Пока у нас варится кукуруза, давайте приступим к приготовлению куриных крылышек. Здесь ровно 2 килограмма крылышек. К нему мы приготовили чайную ложку томатной пасты, 2 чайные ложки майонеза чесночного и 2 чайные ложки сырного майонеза. Две столовые ложки соли. Нам столько не нужно, мы используем чуть меньше. Мы не любим сильно соленое, поэтому используем чуточку меньше. Перец черный, молотый, добавим. Добавим где-то около
столовой ложки. Чеснок гранулированный. Добавим его тоже немножко для вкуса. Буквально чайную ложку. Думаю, будет достаточно. Куда же мы без паприки? Паприки мы тоже добавим. Это у нас не копченая, свежая паприка. Вот. Это две чайные ложки. Теперь все это мы с вами перемешаем. Перемешали наши ингредиенты. Теперь мы дадим настояться маринаду. Для этого мы ставим крышку и убираем буквально на полчаса. Друзья, приступим. Есть крупные крылышки, есть мелкие. Старайтесь одинакового размера загонять нашу лапшу. Крылышки наши мы надели на шампура. Теперь пойдем жарить. Огонь. Не готово.
немножко не дошло еще. Наши куриные крылышки готовы, друзья. Очень сочные, очень аппетитные. Вот и кукуруза наша подошла. Снимаем все это хозяйство. О, какая прелесть. Достаем нашу кукурузу. Пятнадцать-двадцать, максимум 30 минут, и кукуруза наша готова, друзья. Наша вареная кукуруза и наш шашлык из куриных крылышек подошел к концу. И завершающий этап — это соль. Давайте продегустируем. Кукуруза на 5 с плюсом. Так, куриные крылышки. Очень вкусно, друзья.